Сочная закуска из стерляди порадует своим вкусом тех, кто без ума от рыбных блюд, готовится хи недолго, но блюду нужно настояться в течение суток на холоде, чтобы оно приобрело все ароматы и вкусы. Ароматную закуску подавать к столу нужно только в охлажденном виде, все близкие сбегутся на один лишь аромат блюда, который будет витать по всей кухне. Вы можете дополнить хе гарниром из картофеля, пюре, картофелем фри и так далее. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте указанные ингредиенты. Стерлядь промойте в воде, выпотрошите и промойте внутри и снаружи, срежьте голову, хвост, плавники, удалите хребет, если рыба крупная, нарежьте небольшими кусочками и выложите нарезку в глубокую емкость. Посолите и поперчите, влейте уксус и тщательно перемешайте, поместите в холодильник минимум на 2 часа. Морковь и лук очистите от кожуры и промойте в воде. Натрите морковь на терке для моркови по-корейски в глубокую емкость, лук нарежьте полукольцами. Вкусняшки, подписавшимся. Очистите чеснок и спрессуйте в емкость к овощным нарезкам, посолите и поперчите, влейте растительное масло. Всыпьте в емкость приправу для моркови по-корейски и перемешайте. Как только рыба промаринуется, добавьте к ней овощные нарезки и перемешайте, поместите хе в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы рыба впитала в себя все ароматы и вкусы. Подайте хе к столу охлажденным, срок годности закуски – 2-3 дня. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Стерлядь 500 грамм, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, чеснок 2-3 штук, приправа 1 столовая ложка, для моркови по-корейски, соль 0,5 чайных ложки, перец черный молотый 2 щепотки, уксус 6%, 3 столовые ложки, масло растительное 3 столовые ложки, количество порций 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи!